Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня у нас заключительная серия по Poppy Playtime, эпизод номер 2. Как вы помните, мы остановились на этой комнатке в прошлый раз. О, как интересненько. Тут у нас есть рычажки. О, а тут что? Подождите, давайте посмотрим, что там. У нас разноцветные рычажки и закрытая дверь. Так, тут у нас... О, подсказочка. Четвертый у нас желтый провод. Второй у нас... что-то голубой получается, да? Так, третий зеленый. Хорошо, и первый красный. Ну что, ребята, мы теперь знаем последовательность. Значит, там первый у нас красный, второй голубой. Ну, короче, давайте все это сейчас исполним. Так, первый у нас был красный. Окей. Синий. Так, зеленый. И последний у нас был желтый. Хорошо. Замечательно. Так, ладно. Все я правильно сделал. Теперь отправляемся дальше. Напоминаю, что мы прячемся от паука мамочки, которая за нами охотится. Ё-моё, вон она. Чёрт, она бежит за мной. Там тупик, там тупик. Так, подожди, может наверх? Надо наверх. Попробуй, может успею. Черт, она орёт, боже мой, врезана. А, как страшно-то, господи. Не смотри наверх, Уфу. Капец. Капец, как страшно. Ты ушла? Так. Ладно, повторим. Я надеюсь, она уже ушла. Да, походу её нету. Фух, окей. Выдохнули. Так, рычажочек. Не нажимается. Что-то крутится, но не хватает. Это можно взять? Нет? Please replace ASAP. Короче, тут написано, что... короче, что-то сломалось, и нужно очень быстро это заменить. Так, ладно. Это... О, сюда. Понятно. Хорошо. Так, это что, открывается? Руки себе не опалил. Так, ладно, я нашел печку. Так, надо что-то сюда кинуть. А вот, по-моему, и шестеренка очень похожа, да. Шестеренка, которую нужно, видимо, сюда и куда-нибудь кинуть. А куда ее кинуть-то? Кинуть. А, вот, смотрите. Так, закрывай. А, она сама закрывает. Ладно. Так, хорошо, теперь, значит, нужно опять подать. Я так понял. А у меня же... Вот так вот. Напряжение. И сейчас... У нас в печке сделается нужная нам деталь. Классно. Как мне нравится эта игра за то, что ты можешь сам все мастерить. Сам должен догадаться, что куда положить. Это очень классно. Так, ну что, давайте заберем нашу детальку и поставим вот сюда. Вот, да, вот сюда. Есть рычажочек теперь. Опа-ча. Да-да-да-да. Все отлично, ребят. Идем дальше. Так, тут у нас какой-то мостик. Что у нас тут? О, быстро, не успел добежать. Ладно, ребят, я уже пару раз попробовал, но все время убивает. Значит, мне... Ну, я имею в виду, я не успеваю по мосту пробежать, поэтому я сейчас попробую план Б. Там будет, кстати, паутина, поэтому у меня есть одна идейка, куда я могу спрятаться. Поэтому давайте сделаем вот так вот. Так, там больше нигде наверх подняться, залезть нельзя, поэтому смотрите, что мы будем делать. Мы побежим в печку. Вот так вот. И закроемся. Вон она бежит. Бежит. Вон ее ноги. И она куда-то убежала. Короче, ребят, я к ней вышел, напугал, она побежала за мной, я спрятался в этой печи, закрыл за собой дверь и таким образом избежал верной смерти. Ну, смотрите, какая прикольная механика, да? Вы можете вытолкнуть просто вот так вот дверь, хопача, и назад тоже можете закрывать. Прикольно. Так, ну хорошо, я надеюсь, что она уже не вернется, вроде нигде она тут не прячется. Скорее всего, она налево куда-то убежала, потому что дырка, ага, сюда, даже на паутину тут уже наплесть успела, ну ладно. Окей, так, убежала. Фух, эта мамочка, она меня с ума сведет. Ладно, не знаю, нужно ли это нажимать сейчас.
так, 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 нету, отлично. Еще один рычаг, да что ж такое, а теперь что, в обратную идти? Класс. Выходит, да, ну ладно. Короче, я какой-то рычажок опять нажал и бегу! Бежи! Опа-па-па-па! А куда, сюда? Сюда, сюда! Ой, она справа бежит! Тоже у меня мурашка по телу. Куда бежать? Спасите, помогите! Так, так, ладно, бежим, бежим. Рука! Черт, черт. Еще одна! Поворачиваем! Так, сворачиваем, поворачиваем. А, еще рука! Так, куда, 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 куда? Нет! На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ладно. Короче, ребят, я уже тут раз 10, наверное, переигрывал. Делаю вот так вот. Опа, отпускаем. И чешем отсюда на полной скорости. Отлично. Так, сюда она не может зайти, поэтому можно было не переживать. А, черт, я ударился, мне больно. Боже мой, боже мой, боже мой, я потерял столько времени, пока стоял, очухивался. Ой-ой-ой. Так, короче, там в конце туннеля у нас есть наверх ход. Надо успеть, надо успеть, надо успеть. Успей, успей, пожалуйста, пожалуйста. Фух. Фух-фух-фух. Так, выпрыгнули. И быстро, 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 быстро. Тарзанка, ненавижу тарзанки. Ну давай. А! И быстрее прыгай, 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 прыгай туда! Так, так, куда дальше, куда дальше, куда, куда? Так, рычаг, вижу, 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 рычаг. Быстрее открывайся, 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 открывайся. Все, кажется, я спасся. Фух, бежал, да? О, это было жестко. Это было жестко, ребят. Я, наверное, минут 20 играл. Но 10 точно. Пока смог пройти. О, капец. Так, ну, походу, мы прошли задание мамочки, да? О-оу. Мне не нравится этот звук. Да черт опять ты! Да что ж такое, когда ты от меня отстанешь? Быстрее открывайся! Открывайся, 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 открывайся! А, куда, куда, куда? Опа-па-па-па, лифт, 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 откройся! Черт, она застряла. Рычажочек! Рычажочек, рычажочек! Ой, ой. Капец. Что ты наделал? Ой, ужас какой. Ой, фу-фу-фу, я отвернулся аж. Не могу на это смотреть. Капец. О боже мой, у меня голова отвалилась. Это что такое? Чупальцы? Это какой-то новый персонаж? С ума сойти? Ребят, может это будет персонаж уже в третьей части или где-то у нас будет в финале? Вы видели эти щупальцы? Я убил мамочку. Капец, я убил мамочку, черт. А кстати, я теперь могу на все кнопочки, получается, нажать, потому что там было изображение в паровозике, было этого мопса-гусеницы и этой мамочки, представляете? То есть, получается, походу я уже все выполнил, и мне теперь нужно только вернуться к моему паровозику, моему поезду разноцветному. Ладно. Так, что здесь? Здесь какая-то, видимо, хитрость или подлость. Ну хотя, кто на меня нападет? Я мамочку уже под пресс пустил. Думаю, что больше никто мне не помешает дойти до самого конца. Единственное, что непонятно, где наша куколка. Куда ее дела наша истеричка-мамаша? Потому что в руках у нее ее уже не было. Она ее где-то прячет. Ой, ребята, классная игра, конечно. Слушайте, ну, довольно-таки страшненькая, когда на тебя это... Несется громада ног и рук. Так, хорошо, ребят, тут походу ничего нету, поэтому выбираемся отсюда, уже немножко мне осталось. Лабиринтики наши. Замечательно. О, все, отлично, я вышел к станции. К нашей станции с поездом. Надеюсь, поезд есть? Так, поезд есть, хорошо. А то иногда он пропадает, это как-то совсем не весело. Так, бежим, бежим, бежим. Тут у нас какая-то центральная диспетчерская. О, куколка, привет. Она какую-то подписку держит. Она в паутине, я понял, она ее приклеила. Я тебя спасу. Есть. Эй. Ты убил ее? Хорошо. Ой, что ты говоришь? И что у нее с голосом? Говорит, что я пошла в поезд. Так, а что у нас по рычагам?
Так, рычаги у нас не активны. Тут какие-то кнопочки. Там был код. Явно тут, наверное, каким-то... Какой-то последовательность. Надо эти коды нажать, да? Может, рычажки. Там 4 кода было, может... О, я взял еще подсказочку. Так, хорошо. Что нужно сделать здесь? Я не понимаю. Не понимаю. Тут ничего не нажимается. Сюда я подойти даже не могу. Короче, мне, наверное, сюда не нужно. Так, идем отсюда. О, выход. Кайф. Юху! Погнали! Так, ничего не вижу. Выехал. Замечательно. Тут у нас... Кстати, а цветочка-то не было? Цветочка-то не было. Где наш цветочек? Помните? Должен быть цветочек. Монстр-цветок. Где он? Его перевели в другой, что ли, этот... эпизод. Вместо него решили зайца того добавить. Так, а что тут есть проход? Нет, нету. Не пускает текстурка. Ну хорошо, ребята, давайте отправимся в наше путешествие на паровозике. Мы его заслужили. Поэтому запрыгиваем. И давайте тут что-нибудь делать. Так. Очень замечательно. Очень замечательно. А что тут вообще можно? Так, тут можно цвета менять. Хорошо. Замечательно. Давайте сделаем вот такие цвета. Нет, подожди. Перемешай. Он не работает. Ладно. Так, хорошо. Что делаем? Что делаем? Так, подсказки. Так, ну это мы нашли их фотки, да? Как тут на следующий нажать? Подожди, дай на следующий нажать. Так, цифры я помню. 3, 1, 2, 4. Это последовательность. О, цвета. Красный, желтый, красный, синий. Угу. Красный, желтый. Тут желтый должен быть. Ой, что-то я не туда сделал, по-моему. Так, а как цвет поменять? Когда... А я уже нажал, получается, я не смогу поменять цвет. Надо все нажать, что ли? Это не меняет цвет? Нет. А что оно делает? Так, подождите, у меня кнопка не работает. Что за дела? А, вот так вот. Все, понял. Так, хорошо. Все, цвета работают. Замечательно. Красный. Так, желтый, красный, синий. Есть. Отлично. Все. Да? Что теперь? Нажать на них на каждое. Раз, два, три, четыре. Бе. Ладно, не получилось. А, последовательность. Теперь надо последовательность. Так, первый, второй, третий, четвертый. Где у нас вот эта вот последовательность была? Нажатие. О. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Короче, сначала вот этот, потом вот этот, потом вот этот, потом вот этот. Бе. Так, ладно. А это что у нас? О, кстати, мы же последовательность не поменяли. Подождите. Такая вот. О! Да, есть. И мамочка последняя. Угу. Все, кажется, я понял. Теперь, да, вот это и вот это. Бе. Да что бе опять? А, подождите. Цвета, я не поменял цвета. Давайте поменяем. Сейчас, секундочку. Вот, красный, желтый, синий. Желтый и синий перепутано. Желтый, здесь синий. А теперь последовательность. Первый, второй, третий, четвертый. Нет. Так, подожди, не понял. А вот сейчас не понял. Ага. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, все правильно вроде. Первый, второй, третий, четвертый. Нет. Первый, второй, третий, четвертый. Три, один, два, четыре. А, наоборот. Три, один, два. 4. Да, получилось наконец-то. Я решил этот код. Да что ж такое? Фух, слушайте, ну прикольно, мне понравилось. Прям. Давай, тяните рычажочек.
А, подожди, мы уже едем и так, да? Угу. Ну хорошо, я понял. Все, не надо тянуть рычажочек, чуть не сломал рычаг, понимаете? Вау, ребят, я еду на поезде! Круто, мне так нравится! Поезд! Шикарно, настоящий! Поезд! Мега здоровый просто! Детский поезд. Это, короче, детская железная дорога, я понял. Класс. Ту-ту, еще надо так ту-ту делать. Есть ту-ту делать, нету? Так, я вижу какую-то стрелку, она горит. Давайте поближе я присяду, вот так. Ну все, поехали, паровозик мой. Голубой вагон. О, о, подожди. Ты спас меня, но мне было так страшно в этом ящике. Ты идеальный. Ты идеальный, чтобы проиграть? Что? Я не могу дать тебе убежать? Ты нормальная. Ты знаешь, как долго я находилась в этом ящике? Очень долго. У меня было много времени, чтобы подумать, что конкретно я буду делать на свободе. Слушай, она мне вообще не нравится. Ужасные вещи происходили. Что? 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 Эй, связь пропала с ней. Капец, ребята, она оказывается все-таки плохой персонаж. Я думал, она добрая, она отпустит меня. А она говорит, что я тебя не пущу. Ты такой крутой, ты такой классный, ты мне нужен. И все, ребят, получается, мы едем в третий эпизод, в котором нас будут ждать новые страшные приключения от злой, злой куклы. Кстати, ребята, по-моему, первая часть уже стала бесплатная. Поэтому, кто не играл, обязательно поиграйте в первую часть Poppy Playtime. И, кстати, еще есть такие, ребята, такая информация, что вроде как Poppy Playtime вышел на Android, так что можете даже поиграть на телефоне, но вроде там платная версия. Короче, ребята, проверьте все. А сейчас мой паровозик, по-моему, сломан, надо тормозить, стоп-трейн, стоп-трейн. Да, это тормоз, я понял. Экстренное торможение. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это гудок. А, гудок у меня, кажется, был. Можно было... Будеть! Бэм! Воу, черт! Побери, я сломал поезд. Короче, я завалил поезд, ребята. И, видимо, мы отправляемся в эпизод номер 3, который, к сожалению, пока еще не вышел, но я буду с удовольствием его ждать. PlayCare. Даже уже табличка появилась, куда нам идти. Ну что ж, ребята, вот таким вот получился второй эпизод, крутезный, классный. Если будем набирать много просмотров и лайков, то я, ребят, запишу вам еще видео, где мы поговорим про историю Poppy Playtime. Также, возможно, я переиграю всю игру и попробую найти все игрушки, если это будет на что-то влиять. В общем, очень много секретов оставила эта игра. Мне много чего непонятно. Думаю, как и вам. Так что, ребята, пишите ваши комментарии, хотите ли вы, чтобы я снимал еще видео по этой игре. А на этом у меня все. Всем пока.